Между тем, водители предупреждают о повышенной опасности на дорогах. По прогнозу синоптиков, уже с конца выходных ожидается резкое ухудшение погоды. Температура упадет до нуля и даже ниже. Также возможен дождь со снегом и обледенение дорог. Для обеспечения безопасности водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями и быть более внимательными.